Современная классическая гитара имеет древнюю историю. И чтобы лучше понимать этот инструмент, мы обратимся к этой истории. Скульптурные изображения инструментов, похожих на гитару, были найдены в Месопотамии и относятся примерно ко второму тысячелетию до нашей эры. Также был очень популярен инструмент нефер, что в переводе означает «красота». Обычно они делались из тыквы и черепахового панциря. Нефер имел очень длинный гриф и маленький корпус. Начиная с 13 века, сведения об эволюции становятся все более точными. И уже в Испании бытует так называемая мавританская гитара и латинская гитара. Мавританская гитара имеет выпуклую нижнюю деку, металлические струны и несколько резонаторных отверстий. Как правило, на мавританской гитаре играют медиатор. Латинская гитара имеет плоскую нижнюю деку и жильные струны. Как правило, на латинской гитаре играли пальцами. И латинская гитара является наиближайшей предшественницей современной классической гитары. Начиная с эпохи Возрождения, а точнее с 1470 года, гитара имеет вид уже наиболее близкий к современному. Однако в то время было принято декорировать богатые инструменты, и на инструментах того времени мы находим на верхней деке богатую инкрустацию, используются костяные порожки, также богато декорирована розетка. Начиная с 1600 года на верхней деке крепились пружины параллельно друг другу. Лады доходили до 10-го, и стандартных размеров инструменты тогда еще не существовало. Были установлены 5 сдвоенных струн. Как правило, первая струна оставалась одинарной, но не всегда. К 18 веку трансформируется внешний вид гитары. Мастера обнаружили полезные свойства веерообразных пружин. Также устанавливается строй стандартный. Богатство декора уступает строгости в отделке. В 1773 году Франсуа Люпо изобретает фактически современный инструмент. Струны устанавливаются в сегодняшнем строе ми, си, соль, ре, ля, ми. Они одинарные, и их 6. В 19 веке гитара достигает небывалого расцвета. Вся Европа охвачена гитароманией. Появляются такие виртуозы, как Фернандо Со, Маттео Каркасси, Джулиани и многие другие. Все они занимаются преподаванием, разрабатывают методические пособия, сочиняют произведения. Антонио де Торрес производит настоящую революцию в гитаростроении. Он признан одним из лучших мастеров Европы. И гитары, которые он конструирует с 1850 года, по своей структуре совершенно современны. Первое, что он сделал, это увеличил корпус гитары. Гриф по отношению к деке стал более выпуклый. Лады стали доходить вплоть до резонаторного отверстия. Установление длины вибрирующей части струны 65 см. Возврат к креплению струн с помощью завязывающихся узелков и установление оптимального количества 7 верных пружин и новый принцип их расположения. В 20 веке стилистическое и музыкальное новаторство требует от мастеров музыкальных инструментов поисков новых форм и видов инструментов. Появляются акустические гитары с пьезодатчиком, электрогитары. Настоящую революцию произвели нейлоновые струны. Вплоть до 1945 года использовались жильные струны для верхних струн и струны из накрученного шелка с металлической оплеткой для басовых струн. Нейлоновые струны используются и по сей день. Также в современные классические гитары стали устанавливаться пьезодатчики, которые позволили гитаре звучать на больших площадках и в больших ансамблях.
Несколько веков эволюции привели к тому, что сегодня классическая гитара – это универсальный инструмент, способный говорить на языках различных эпох, от барокко до экспериментального джаза.